всерьез не воспринимать, строго не судить. Мы с ней такие важные, всегда гуляем парой. В пределах территории детсада колосок. Идем-бредем однажды, мы согласны с тротуарой. И вдруг летим, валяется какой-то коробок. Замасленный, помятый, с картинкой оторватой. Обиженный, непонятый, зеленый коробок. Ну чё, мы с ним подумали, наверное, кто-то выкинул. Но мы-то с ним не выкинем такого коробка. Туда же можно запросто впихнуть кого не попадя. И бабочку-красавицу, и дедушку-жука, и сагарка-ножку, и божию корошку. И даже, может, ласточку сумеем запихнуть. Пошли мы с ней на мусорку, нашли большую муху. Красивую, блестящую, но прямо как цветов. Схватили ее за ногу, скрутили руки за спину. И бросили голубушку в холодный коробок. Замасленный, помятый, с картинкой оторватый. Обиженный, непонятый, зеленый коробок. Потом мы так вот делали и слушали жужжание. Сначала сами слушали, потом дали всем. Но, видимо, от голода или от недосыпания затихла муха бедная, как будто она совсем. Быть может, огорчилась, а может, притомилась, а может, просто спряталась, а может, померла. И ля-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 ля. И тут, недолго думая, все девочки заплакали. А парни к воспитателю поябедать пошли. А мы переглянулись и выдохнули бедную. И отнесли коробочку туда же, где нашли. Спасибо.